Ревитал Ренова в данном случае инъецируется с целью профилактики солнцеассоциированных состояний и улучшения оптических характеристик кожи. Для работы мы выбрали самую мелкокалиберную иглу 32×4 и прорабатываем всю область нашего лица в классической бугорковой техникой. Что важно? В первую очередь это доза на объем площади, минимальная дозировка с очень частым шагом инъекций. Выполняется в линии направления лифтинга, а именно от основания подбородка к линии роста волос. Не забывайте в микропапульной технике, микробугорковой технике обрабатывать тонкую кожу орбиты. Препарат подходит для работы в этой чувствительной зоне. Там, где мы видим более выраженные борозды и складки, мы можем позволить себе более глубокие слои введения и топить нашу иглу в глубоких слоях дермы, тем самым создавать лифтинг-эффект и приподнимать сформированные борозды, а также профилактировать образование новых.